Відверто, безкомпромісно, резонансно. Голова ДФС України Роман Насіров у програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Добрый вечер. В эфире программа «Бацман». Совместный проект интернет-издания «Гордон» и телеканала «112 Украина». Роман Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы уже третий день как ньюзмейкер, потому что, собственно говоря, было решение суда, вас восстановили в должности главы ГФС. Более того, суд постановил, что вам нужно выплатить компенсацию 180 тысяч гривен. И, ну, вы, наверное, лучше меня следите за информационным фоном, и вы видите, что те эксперты, те политики, те журналисты, которые обсуждают это решение, большинство из них, ну, мягко говоря, не на вашей стороне, были очень резонансные высказывания. Я вот собрала несколько ярких, самых ярких из них. Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Поехали. Поехали. Дважды глава украинской таможни Анатолий Макаренко сказал... Тут договорились все заинтересованные в продолжении игры вокруг ГФС, Кабмин, администрация президента, правоохранители, лоббисты. Чем мутнее болото в предвыборный период, тем легче доставать оттуда финансовые ресурсы. Судебная система не забуксовала, а получила четкую команду восстановить Насирова. Я не удивлюсь, если еще и бывший ИО главы ГФС продан вернется. Если развивать мысли Анатолия Викторовича, то получается, что вам пообещали восстановление в должности, и за это с вас попросили помощь во время предвыборной кампании. Так вот у меня вопрос. Кто попросил, на каких условиях и почему? Я могу заверить вас, заверить зрителей, что вот это, наверное, как раз та ситуация, в которой я могу, знаете как, сказать честное слово, не знаю, поклясться, что-то еще, что вот есть решение суда, никто ничего не просил, никто ни с какими просьбами не приходил. Большой, наверное, нюанс, что решение суда именно в этот день, я был уверен в результате. Мы этого результата добивались долго. Вместо 2 месяцев, 60 дней, которые выделены на решение таких трудовых споров, суд длился с февраля месяца, его переносили, перерывы делали в заседаниях. И вот очередное заседание 11 декабря, которое, к моему большому удивлению, прошло достаточно быстро. То есть там, заявление нашей стороны... 10 минут, нечего заявлять, все очень просто. Ответчики, Кабмины, ДФС, представители, тоже как-то по 5 минут ответили. Потом вопросы, клопотания, ни у кого ничего нету. Суд говорит, ну, переходим к дебатам. Чего я не ожидал, я думал, у нас будут еще переносы. Перешли к дебатам. Быстро прошли дебаты. Еще что-то, все, больше ничего. Суд, доследив все, что есть, один том, одна папка, удаляются в нарадчу. Я такого себе представить не мог. И я думаю, что решение суда вот уже сейчас было большим сюрпризом для многих. Поэтому еще это раз. Правда. Никаких, то, что большим я сюрпризом... вас могу заверить, никаких ни разговоров, ни тем более обещаний, ничего это другого. Но у нас очень часто все строят теорию конспирологии. Почему? Потому что к этому привыкли. Потому что для всех политиков, я вам даже скажу, с тем небольшим опытом в украинской, назовем это, политике, которая есть у меня, да, я тоже все время слышу, знаю, тут по квотам, тут так договорились, тут по-другому. Где-то иногда это, ну как сказать, там не меня касается, но ты вплотную к этому соприкасаешься. И потому что все к этому привыкли. У всех вот такое уже, знаете, как извращенное, я не говорю здесь про Макаренко, о нем очень хорошего мнения, но у всех уже, знаете, как реакция, что да не могло же этого просто так произойти. Ну хорошо, а вот опять же, продолжая, если бы вы были со стороны и увидели эту ситуацию, которая произошла не с вами, а с человеком подобным, вы бы тоже подумали, что ну не может такого быть? Ну похоже на то, что это такой договорняк, где присутствует Кабмин, АП, лоббисты действительно, и во время предвыборной кампании все красиво складывается. Похоже? Приведу вам еще как конкретный очень пример. Вот мне ну, 2 дня, я раньше даже так не следил, говорят, вот есть Бочковский... тоже его восстановили и так далее. И вот же начинают прям рассказывать. И вот представьте себе, то же самое, какое-то громкое мероприятие, на заседании кабинета министров, там снимают человека. Что дальше? Прошло, не знаю сколько, 3 года, дела нету, он восстановлен в должности, но теперь его каким-то образом ну, не хотят пускать. Оказывается, так бывает. А я больше могу сказать, вот, сейчас очень хорошо, все опять вернулись, кроме незаконного увольнения, кроме незаконного. Причем очень важно, что в суде суд 10 месяцев
Это было, как сказать, следствие судебное длилось. Кабмин предоставлял все материалы и так далее. И суд вынес решение, что увольнение было незаконным. То есть кто-то нарушил закон, уволив меня с должности. И я думаю, на эту тему будет тоже, наверное, отдельное следствие. Раз. Следующее. Случаи, скажем так, бывают разные, но мы, и вот мне, как я, знаете, так сужу, опять-таки, за последние два дня задают вопрос, а что же с делом? Наверное, вы этот вопрос тоже зададите сегодня, но могу даже уже заранее сказать, тоже очень интересно, оно находится в суде. Неоднократно я и моя защита, мы подаем ходатайство, чтобы оно рассматривалось в разумные сроки. Вы имеете в виду основное дело, где вас обвиняют в нанесении ущерба на 2 миллиарда гривен? Это очень важно. Никто не знает, в принципе, в чем меня обвиняют. Есть разные версии. Там меня не обвиняют в нанесении ущерба. Меня не обвиняют, что я получал какую-то выгоду. Меня не обвиняют ни в чем в этом. Все, что написано в обвинительном акте, что якобы я подписал экономически необоснованные рассрочки. Причем это мнение детектива, который на это не имеет ни квалификации, ни такого права. А в самом деле нету ни состава преступления, ни самого преступления. Просто есть дело. Тем не менее, то есть сумма фигурирует, поэтому, собственно говоря, для зрителя важно пояснить, о чем идет речь. Потому что вот то, о чем вы говорите, это уже такие юридические вещи, которые не запоминаются. Да? Поэтому я говорила именно об этом. Я у вас, раз вы затронули, давайте я уже спрошу, мы потом вернемся, да, к цитате. Смотрите, там много страниц дела. Суд зачитывает очень медленно, вот в этом основном. Да? Уже год читают. Осталось еще примерно половина этих страниц, которые читают, там, наверное, около 400 страниц осталось. Скажите, при таких темпах, сколько еще, вот ваши прогнозы, сколько еще будут читать, и когда вы ожидаете, что будет решение этого суда, потому что это получается, что уже наверняка после президентских выборов, наверняка после парламентских выборов, тем более, что вот видите, вы сами говорите, как удивительно, очень быстро рассмотрели вот это дело по тому, что восстановили вас в должности. Не быстро, должны были за 2 месяца, рассмотрели за 10. Да, но вот сейчас вы думали опять перенос, тем не менее, да, рассмотрение состоялось. Как здесь у вас, какие прогнозы? Первое, тут очень важно скорректировать. Не суд читает, это сторона обвинения, согласно закону, оглашает обвинительный акт. То есть, во-первых, обвинительный акт сделали 800 страниц практически, да, то есть это невиданный размер, и там просто повествовательная история, где перечисляются все действия формальные, которые предпринимала ДФС. Про обвинение или про какие-то доказательства, или про что это другое, ну, там пока даже и речи нету. Теперь, я же говорю, мы неоднократно заявляли, пожалуйста, рассматривайте дело в разумные сроки, потому что я ошибочно для себя, я вам честно скажу, вот в марте 2017 года как-то почему-то думал, что окей, ну здесь, ну какое-то приняли неверное решение, какое-то подозрение непонятное, но точно разберутся за 2-3 месяца, и вся эта история закончится. Нет, сначала продлевали следствие несколько раз, причем, наверное, раз 6. Потом, знаете, как вот уже пришли в тупик, ну окей, перекидываем его в суд, пусть суд разбирается. И теперь оно в суде тянется. Как только объявили о создании антикоррупционного суда, я уже тогда сразу, еще несколько раз заявлял, передайте это дело сразу в антикоррупционный суд. Пусть оно будет первым делом в антикоррупционном суде, который его возьмет, за неделю рассмотрит, вынесет решение, если его, в принципе, там есть что рассматривать. И мы на этом закончим, знаете, как эту многосерийный сериал, эту историю, которую фактически начала НАБУ в марте месяце, знаете, вот ее разыгрывали. Кому это выгодно, затягивание этого дела, чтобы не было приговора? Очень просто, вам могу сразу сказать. Сторона обвинения, знаете, пока есть дело, теоретически я обвиняемый. А как только... как минимум его начнут рассматривать по сути, потому что оглашение обвинительного акта – это такая первая стадия. Как только его начнут рассматривать по сути, там будут свидетели, там будут показания, там будут, как сказать, материал, доказательств нету, это тоже будет как-то интересно, я думаю, будет достаточно внимания, то уже будет еще больше вопросов вот этим правоохранительным органам, которые
не просто выдумали такое дело, да, они его сфальсифицировали с определенными причинами. То есть вы говорите, что это выгодно тем, кто, по сути, сделал это дело против вас. А я вам сейчас дам конспирологию, вот то, о чем вы сказали, да, что, живя в Украине и понимая реалии украинские, ты не можешь обойти стороной эту версию. И многие эксперты говорят о том, что это затягивание выгодно вам, потому что, получается, вот сейчас вас восстановили в должности главы ГФС, вот вы там приступите к исполнению обязанностей, мы об этом, кстати, тоже поговорим по поводу преступления, к того, чтобы вы приступили к исполнению обязанностей. Так вот, а дело будет рассматриваться, там выборы идти, при этом вы будете немножко подвешены, но уже работать, и, собственно говоря, вы сможете выполнять те решения и выполнять те действия, которые будут выгодны тем, кто вот, ну, этим делом будет, так скажем, держать вас на каком-то, да, поводке, но при этом у вас не будет обвинительного акта. Поэтому здесь есть вот эта сторона людей, экспертов, которые говорят, что это выгодно вам. Сразу же прокомментирую, только ни я, ни моя защита не может затягивать эту сторону. И мы публично, и вот я сейчас могу сказать еще раз, мы обращаемся в суд практически, там, если не на каждом заседании, то там через заседание, и просим, есть такое понятие, рассмотрение в разумные сроки. Мы не можем суду сказать, можно быстрее или сегодня. Ну, давайте так, чтобы закрыть, да, идти дальше. Сколько ваш прогноз? Сколько будет длиться еще? Год? Два? Вот вы как думаете? Смотрите, честно, совсем не могу сказать. Мое ожидание... весной 2017 года было, что вся история как-то должна, но в ней должны разобраться. Она, ну, очень понятная. Все на бумаге, все в документах. Она изначально затянулась. То есть вы, давайте, не когда, ставите сроки. Когда, да? Оно пошло в суд, мое мнение было, что точно суд, разные, вот, причем у адвокатов, у, как сказать, у бывших судей я советовался. Они говорили, ну смотри, у меня было... знаете, как вопрос, я говорю, а смотрите, а за 2-3 месяца успеют рассмотреть? Они говорят, ну за 2 месяца, 3 месяца точно нет, ну может 4-5. И вот пошли мы считать. Потому что кроме всего, что это очень интересно, что делает сторона обвинения, допустим, каждые 2 месяца, а вообще это в принципе чаще, каждые 1,5 месяца, они подают на продление обязанностей. И у нас вот этот многосерийный сериал переходит в то, что, как на языке вот ваших коллег, раз, есть информационный повод, да, там прокуратура подала на продление там того-то, того-то, а суд принял такое-то решение, или суд принял то-то решение. И вот у нас эти промежуточные формальности, которые происходят, они перебивают смысл, в принципе, рассмотрение дела по сути, к тому, чтобы подойти и сказать, окей, а в чем, в принципе, вопрос? Настолько парадоксально, вот кто с этим сталкивался, пока не огласят обвинительный акт, коллегия судей даже не может реагировать на многие наши ходатайства. Они так и дают ответ. Они говорят, пока не оглашен обвинительный акт, мы не можем вам ответить. Нам надо услышать все, в чем вас обвиняют. Услышала. Идем дальше, потому что времени мало, вопросов много. Еще одна цитата о решении суда в восстановлении вас в должности. Это известный юрист Анна Малер. Она написала по решению такое. Главное, чтобы Януковича не восстановили в должности, потому что он может вдохновиться таким развитием событий. И, собственно говоря, тоже восстановиться. Ну вот вы знаете, это как бы горькая у нее была такая, да, шутка, но в каждой шутке, особенно в украинских реалиях, есть доля правды. Как вы считаете, столкнувшись с украинским правосудием, есть такая вероятность, что после вашего кейса пойдут дальше вот такие прецеденты? Смотрите, несколько знакомых мне человек, которых, насколько я знаю, и в принципе, вот я считаю, что я это достоверно знаю, обратились ко мне изначально после решения, и они говорят, а можно номер твоего адвоката? Наверное, мы тоже пойдем восстанавливаться. А Янукович вам не звонил? Я сразу спрошу. Янукович точно не звонил. Не забывайте, что у нас принято в стране? Как только меняется, допустим, мы просто говорим власть, да, а поменялся какой-то человек на какой-то ветке власти, сразу затягивают всех своих. Некоторых неугодных людей просто увольняют любым способом, по закону, не по закону, как удобно, как угодно. Эти люди, естественно, идут, просуживаются, они отстаивают свои права. Часто у них это занимает, не знаю, там год, два, три, потом опять меняется какая-то власть, и потом они возвращаются и продолжают работать. Так бывает очень часто. Я в этом даже убедился. Кто вам звонил вот с такой просьбой? Кто хочет восстановиться через суд? Ну, мне неудобно говорить там имя двух человек сейчас в эфире, но я обязательно у них спрошу, если они не против. Ну, хотя бы давайте должности можем примерно сказать, откуда они, какая система, без фамилии. Как сказать,
если я сейчас скажу орган, там будет понятно сразу, какой это человек. Но это, опять-таки, это высшие, должностные лица, которые пришли вот уже в новой Украине, не знаю сейчас точно, сейчас это было в 2014 или в 2015 году, проработали таких людей, помните, было какое-то время достаточно много, проработали немного, чуть-чуть столкнулись с системой и, в принципе, ушли. Идем дальше. Глава правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин заявил: «Это плевок в имидж Украины как государства, которое имеет верховенство права. Представьте себе ситуацию, когда часть свидетелей по делу, которые работают в ГФС, начала давать показания, на базе которых и выявили незаконные действия и злоупотребления служебным положением Насирова. Эти люди сейчас получили четкий сигнал, что Насиров неприкосновенный, что даже Кабмин, имея основания, не может его уволить. Конечно, есть большой шанс, что эти люди начнут отказываться от своих показаний». То, о чем говорит Ярослав Юрчишин, это реальная ситуация? Отлично, что он это написал. Надо понимать, что следствие было закончено еще в прошлом октябре. То есть все материалы в деле, все показания в деле, этого 240 томов. Дальше мы изучили, то есть предоставляются материалы нашей стороне, мы их изучили еще год назад. Я могу сейчас сказать, там нету ни одного показания. И очень хорошо, что этот вопрос был поднят. Мы вернемся к этому, когда будет рассматриваться дело по сути. И, в принципе, можно будет сразу посмотреть на показания всех свидетелей, были ли такие показания в принципе, потому что вот это вот опять-таки... Были ли показания и пойдут ли отказы от этих показаний, изначально были ли такие показания. Идем дальше. Даже далекого от фискальной системы Святослава Вакарчука вы тоже не оставили равнодушным. Я не знаю, видели ли вы этот комментарий. Я вам процитирую. Синдром Насирова – признак токсичности старой системы. Она отравляет нас год за годом и уже сделала самой бедной страной Европы. Эта система никогда не изменит сама себе, чтобы не рассказывали ее основатели, готовясь к очередным выборам. Если мы не уничтожим ее, она уничтожит нас. Что бы вы ответили Святославу Вакарчуку? Очень хорошо и, в принципе, как все предыдущие. Вот Святослав Вакарчук, наверное... Как опять-таки, вот я это был информационный повод, а дальше он ни одного слова не сказал про меня, он сказал про систему. Так я вам могу сказать то же самое. Система в действительности реально прогнившая. У нас были ожидания, и мы думали, что она поменяется после Майдана, после там, в 2014, в 2015 году, в 2016 году. Но в принципе, я вам могу сказать, как человек, который работал в этой же системе, что она чуть-чуть поменялась, а потом эта остановка остановилась. И система начала вот где-то даже, наверное, возвращаться к той, которая она была. Систему надо менять. У нас сейчас, как у страны, опять, знаете, как мы подходим к этой точке Ч. Нельзя сказать, что ничего не поменялось. Есть ряд изменений, но после выборов следующего года, после нового парламента, к изменениям надо подойти совсем по-другому. Реформы должны быть не для галочки или на бумаге, да, что мы там сделали, там чего-то. Надо признаться, что очень мало было сделано, не было никаких кардинальных решений, кардинальных изменений, их надо делать. Без этого страна, не хочу говорить обречена, но она будет вот так, знаете, как плыть по течению, очень-очень скучно. Роман Михайлович, вы же понимаете, вот мы с вами откровенно, да, сейчас говорим, очень. Я надеюсь, вы же понимаете, что вы, почему Вакарчук так, такое пишет, такое заявляет, потому что вы, волей или неволей, вы стали символом вот этого, собственно говоря, коррупционного такое дело большого, которое вот общество показали тогда, да, в определенный момент, что вот есть кейс, вот есть супер высокого ранга украинский чиновник, вот есть такие-то факты, которые изложили. И ни до, ни после вас громче и выше по статусности дела не было. Поэтому, конечно же, сегодня вот люди, которым не безразлична судьба Украины, и которых уже, задрала коррупция во всех органах власти, они на это реагируют, и вот это как медиатор такой идет. Вы же, наверное, понимаете правда? Очень хорошо, что вы затронули эту тему. Две части ответа. Первое. Стоит очень сильно уточнить, что мое дело не коррупционное. Там нету коррупционных статей в моем деле. И то, что оно подследственно НАБУ из-за того, что я был, госслужащим высшего ранга, оно никак не связано с коррупцией. Вопрос стоит и обвинение в том, что якобы там злоупотребление решение... Это так называется статья, якобы подписанные решения были экономически необоснованными. Нету вопросов ни о каких взятках, ни о выгоде, ни о чем-то еще. То есть дело нельзя называть коррупционным. Раз. Второе. Очень печально, что, и как вы сказали, вот нету громких дел. У нас были ожидания, что будет реальная борьба с коррупцией. Но такой борьбы с коррупцией я не вижу. Я вообще не знаю ни про какие дела.
их называют новые антикоррупционные органы, хотя они уже не новые, им уже там по 3-4 года. В этом году я вообще не знаю, про какие дела, чтобы что-то началось или что-то закончилось. Кто-то из коррупционеров сидит, скажите? Вот вы можете назвать несколько фамилий? Я могу и у вас спросить, но я не знаю ни про кого. Может быть, кто-то пойманный на взятки, там, не знаю, в 5000 гривен или в 2000 долларов, где-то в регионе действительно сидит. Но это же не то, чего ожидали от НАБУ, от САП, от НЗК, правильно? Но это не то, из-за чего, собственно говоря, Украина беднеет с каждым годом и разъезжается. Явно не те коррупционные размеры, конечно. Абсолютно верно. Потому что если мы будем говорить про реальную коррупцию, про которую теоретически все знают, иногда просто стесняются говорить. Если будем говорить про огромные госпредприятия, на которых за все эти годы нету ни копейки прибыли, а есть только убытки. Да, если будем говорить про... вот всегда говорят, ну, какие схемы есть, понятны? Да, схем полно. Начать, как сказать, и кончить. Только почему-то антикоррупционные органы этого не видят. Они не знают? Я вам расскажу очень интересный пример. Слушайте, а вы, если знаете, может быть, пойти реально и рассказать? Прямо сейчас, давайте в эфире. Давайте. То, о чем все чуть-чуть забыли, но очень интересно. Вчера то же самое. Мне вот был тоже у ваших коллег, и напомнили, есть такая амбарная книга. Напомнили с точки зрения, что вот сейчас есть... дело против Пола Манафорта в Америке. В то же самое время один из украинских судов принял решение, не помню, как оно точно звучит, но что Сергей Лещенко и Артем Сытник, в принципе, нарушили закон, разглашая информацию следствия. Решение, которое должно очень понравиться Дональду Трампу сейчас. Но самое главное не в этом. Это, конечно, можно трактовать как влияние украинских должностных лиц на выборы в Соединенных Штатах Америки, я думаю, это будет иметь большое-большое продолжение. Но самое главное, вот представьте, исходя из этой амбарной книги, в Америке уже целое следствие, которое практически подошло к концу, и которое в суде. А вы знаете, там же много украинских имен в амбарной книге. Вы знаете хоть про одно дело, чтобы НАБУ вело против тех людей, которые задокументированно брали взятки? А почему не ведет? Вы знаете? Это большой вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос. Вот я вам честно скажу, я не могу. Я не понимаю, чем занимается НАБУ и САП, почему они, в моем понимании, исполняют... А где сейчас амбарная книга? Ее же, по-моему, в Генпрокуратуру вообще передавали или насколько, нет? Насколько, опять-таки, известно, уже, как сказать, бывший заместитель главы СБУ передал ее в НАБУ, я так понимаю, в официальном порядке. Да, Виктор Трепак. Да. Потом из НАБУ эта информация вытекла. То есть, насколько, опять-таки, я помню, новость была такая. Амбарную книгу с тем-то, 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 без разглашения, передали в НАБУ. Правильно, по подследственности она туда и должна была пойти. В НАБУ следствия нету, есть вытекшие материалы, есть, как сказать, влияние на выборы в Соединенных Штатах Америки, но нету ни одного дела. Мы даже, как сказать, даже не слышали об этом, чтобы были какие-то дела. Я вам приведу другой пример. Было такое еще тоже одно громкое дело, его называют вертолетным делом. Почему-то Анатолий Матиус, в котором вы участвовали тогда, да, будучи на должности, да. И Анатолий Матиус говорил, что вы помогли ему схемы Клименко, да, якобы раскрыть. Опять-таки, вот то, о чем вы говорите, я знаю, я не люблю... схемы, и вот я их показал, да? И дальше, очень результаты глубоко какие? В детали следствия, но результат какой? Есть дело, есть подозрения, есть люди, которые были, как сказать, помещены под стражу. Как-то очень странно, что у антикоррупционного бюро нету, как сказать, даже не то, что одного такого дела, даже нету намека. Одно время у меня было большое желание вначале помогать, и я помогал НАБУ. И на сегодняшний день... А кому именно из НАБУ, с кем именно вы сотрудничали? Артем Сытник, как руководитель, ГИЗО Углава, как его заместитель. А в чем ваша помощь заключалась? Опять-таки... Не могу, к сожалению, рассказывать та информация, которая мне была, как сказать, известна и доступна. На каком этапе ваши дороги разошлись? Вот ровно в тот момент, буквально, наверное, это было там за 2, может быть, 3 месяца до событий марта, когда фактически наши, назовем это так, рабочие, хорошие рабочие отношения начали переходить совсем в непонятное направление. И когда я начал получать, назовем это так, уже даже, знаете, как прямые намеки
на то, чтобы я содействовал коллегам, но не совсем в законном русле. Что вы имеете в виду? Вы конкретно можете сказать? Фактически, да. Вот давай, можно нам помочь сделать вот то дело? По сути, не по сути, ну, там, вы можете какие-то материалы дать. Так невозможно работать. Работать надо, или если мы с троем, а я считаю, опять-таки, с 2014 года Украина точно правовая страна, все надо делать по закону. Хочешь, ну, то есть ты, это вне закона у вас просили или что? Или если вы сотрудничали, вы помогали, как? вы даете официальный запрос, вы даете информацию. Это совсем не про то мы говорим. Есть закон, так. Есть грань закона, а потом есть вот там тут какая-то территория. И тебя фактически не просто, так сказать, просят, а так вот очень-очень сильно намекают, что вот нам надо, чтобы ты сделал это. Ну, что значит намекают? Вас шантажировали, мы говорили, сделай то, а иначе это. Или, ну, как это? В очень прямую... Или вам деньги предлагали? Наш шантаж пришел в очень прямую историю. В какую? Мне за 2 месяца еще до событий марта говорили, ну, смотри, ну, если нет, тогда мы будем против вас что-то делать. А я говорил... Кто это конкретно, кто вам озвучил? Артем Сытник. Ну, вот прям лично вот вы прям сидите, лично. И он вам в глаза это прям говорит? Прям лично, прямо в глаза. Ну, а почему после этого, вот сейчас я логичный, мне кажется, вопрос задам, вы, выйдя из его кабинета, если это было, да, у него, не знаю, или у вас там беседа происходила, вы не это вышли была... сразу к журналистам и не сказали, ребята, друзья, была вот состоялся у меня такой разговор. Огромнейшая ошибка. И вопрос, наверное, знаете, если бы прошло еще так месяц-два, то, наверное, бы я это сделал. А получилось наоборот, что НАБУ противозаконно начало те действия, о которых мы сегодня, как сказать, рассуждаем. А в каком деле хотел у вас эти сведения получить? То есть против кого? Извините, я уже давно принял решение, что я дождусь того момента, когда в Украине заработает действительно новый орган. У меня сейчас большие ожидания, новый что ДБР... Какой? У меня сейчас большие ожидания, что ДБР, который должен был заработать еще достаточно, как сказать, давно... Он станет тем новым органом, который в состоянии вести настоящее реальное следствие. Хорошо, едем дальше. Я вам всегда расскажу один очень интересный нюанс, так чтобы вы понимали. На сегодняшний день, по текущему законодательству, любые дела против сотрудников НАБУ расследует само НАБУ, насколько это парадоксально. И вот только с созданием ДБР они смогут расследовать эти дела в другом органе. А были ли те люди, которые вас поздравили, которые обрадовались, вот решение суда позавчера вынесли? Ну, я имею в виду не близкие, понятно, да, там, друзья, а я имею в виду из политиков, из каких-то известных людей. И что говорили, что писали? Очень много народных депутатов, коллег, людей, ну, фактически... Но мы можем озвучить, кто вас поздравлял? Вот, знаете, если бы мы сидели с вами, как называется, перед эфиром, и вы меня бы попросили, я бы вам просто открыл телефон бы и показал. Но я каким человеком был, таким и остаюсь. Я считаю, это крайне непорядочно и неприлично знаете, вываливать публичные личные истории. Ну, из того, что можно сказать, есть кто-то, кто поздравил, и он не боится того, что он вас поздравил, и чтобы вы об этом сказали в эфире. Вот давайте я вам после эфира покажу, а вы потом... С точки зрения конфиденциальности, решите, как это правильно прокомментировать. Не, ну я же не могу это, если это вы можете решить. Это же ваша информация, поэтому это не я могу вынести, это вы можете об этом рассказать. Ну, то есть, окей, вы не хотите. Это просто неприлично и некультурно. Хорошо. Вчера я видела, что вы когда интервью, какое-то одно из интервью вы давали по поводу этого решения суда, которое мы вот уже сколько обсуждаем. Так вот, вы говорили, что или сегодня, или завтра вы зайдете уже на свое рабочее место, в свой кабинет и будете работать. Какая ситуация? Были ли вы в кабинете? Потому что, насколько я понимаю, реакцию Кабмина... По крайней мере, Вадим Колесников, как нардеп, который представитель в Раде Кабмина. Денисенко, Вадим, он, да, Вадим Денисенко, правильно, извините. Он сказал о том, что суд, Кабмин будет подавать апелляцию на это решение. Или это такой ход, чтобы Кабмин так хочет, собственно говоря, да, от себя отвести в непопулярном с точки зрения там, да, деле, от себя хочет отвести любые подозрения, или же реально Кабмин будет с вами сейчас бороться? Что происходит? Смотрите, ну я только располагаю той информацией, которой я располагаю. Во-первых, после решения суда, оно было в понедельник, во вторник я в действительности заявлял, что я уже сегодня готов выйти на работу. Дальше. И у меня спрашивали, когда это произойдет. Я говорю, я ожидаю, что это может произойти сегодня, это может быть произойти завтра.
что происходит, точнее нет, суд был во вторник, в среду я об этом говорил, что происходит дальше. Сразу после решения суда 11 числа я направил решение в Кабмин и в фискальную службу, проинформировал их заказным письмом, как это полагается. На следующий день утром мы также получили исполнительный лист из суда, и исполнительный лист направили и в исполнительную службу, и снова же таки в ведомство. Неофициальную информацию, которая была вот так вот получена, что по состоянию на среду вроде как у Кабмина не было официального документа, они не могли принимать решение. Окей, ничего страшного. Сегодня никакой неофициальной, ни неофициальной информации не поступало. Но с момента исполнительного листа, который передан и в исполнительную службу, и открыто исполнительное производство, по закону есть 3 дня для исполнения решения суда. А решение суда к немедленному исполнению. Угу. Поэтому теперь мы говорим, у Кабмина фактически есть время исполнить законное решение, выполнить закон, фактически выполнить Конституцию Украины и выдать распоряжение, по которому я могу приступить к обязанностям, исходя из решения суда. Когда получается последний срок? Это среда, четверг, пятница, понедельник? Да. Но вы с Владимиром Гройсманом уже говорили? С Владимиром Гройсманом я еще не говорил. Ни он вам не звонил, ни вы ему Нет, не звонили? Я позвонил и сообщил министру Кабинета министров Александру Саенко, что есть такое решение, я в любой что момент готов. Что он вам сказал? Он сказал, что он эту информацию передаст руководителю Кабинета министров, и мне стоит ожидать решения. У нас 13 минут и много вопросов, поэтому так, полублиц. Вы не передумали еще идти в президенты? Ни в коем случае. Тогда вот я у вас, у нас сегодня, да, такой откровенный разговор получается, я тогда у вас спрошу вот абсолютно откровенно. Смотрите, есть разные категории людей, кандидатов в президенты, которые по разным причинам туда идут. Ну, есть, мы понимаем, те, кто реальные претенденты на второй тур и как следствие на победу. Те, кто реально могут выиграть эти выборы. Понятно, почему они туда идут. Они туда идут за победой. Пока, по крайней мере, не в эти выборы, ну, вы в эту категорию вы не входите. Есть категория людей, которые идут на президентские выборы, потому что они уже видят эти выборы как трамплин для парламентских выборов, потому что это партия, это Верховная Рада, это популярность. И, собственно говоря, тоже понятно. Есть категория людей, которые просто, ну, зарабичане, которые хотят на этом заработать. Есть категория людей, которые, кстати, исходя из каких-то преследований административного или криминального точно характера, не наш случай. Ну, я сейчас не говорю о вас, я говорю о том, что, зная о чем-то, что может быть или может, или уже происходит, они, собственно говоря, делают из этого политическую тему, потому что как только ты становишься кандидатом в президенты, то это уже имеет другой окрас в любом случае, да, мотивированного политически преследования. Так вот, я у вас хочу спросить, какой из этих вариантов ваш, или у вас есть свой вариант ответа? Почему вы идете в президенты? Расскажу очень коротко, потому что вопрос был длинным, расскажу очень коротко свой вариант. Я считал и считаю, что страну надо менять, менять ее достаточно кардинально, и это могут делать только новые люди. Раз. Второе. На сегодняшний день, вот я как человек, который тоже будет идти голосовать, вы говорите, есть там понятно кто, есть непонятно кто. Вот, к сожалению, к большому для нашей страны, я бы хотел видеть, чтобы была поддержка у лидирующего кандидата 50, 60, 70, 80%. Учитывая, что такой поддержки, ну, пока мы не видим, исходя из тех рейтингов, которые есть, я считаю еще большим своим долгом идти, заявляться, доносить до народа Украины, что должен реально доносить реальный кандидат в президенты, не говорить лозунгами, не говорить какими-то обещаниями, которые невозможно исполнить, а доносить реальную информацию, доносить то, что надо сделать. И даже если результатом станет то, что я не выиграю, но я смогу донести, какие реальные практичные идеи и шаги, которые необходимо сделать в следующем году, и даже если, как сказать, этим потом с моей помощью или даже вдруг без моей помощи воспользуется кто-то другой, и это будет сделано, это будет на благо нашей страны. Конечно, однозначно в следующем году будут и парламентские выборы. И парламент пойдете? В Украине играет огромную роль. Я думаю, что надо подождать, пока закончатся президентские выборы, и там уже будет принято решение. Но я вместе уже, как сказать, со своими коллегами, единомышленниками, мы к этому полноценно готовимся и точно будем принимать участие. Хорошо.
Вот смотрите, по поводу президентских. У нас сейчас есть несколько, да, фаворитов. А ваш прогноз от Романа Анасирова вот в сегодняшний день. Кто выйдет во второй тур? Мое ощущение на сегодняшний день, что это Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. И если будет такой расклад, у кого больше шансов победить? Опять-таки, мое ощущение. Да, ну я же вас спрашиваю. Это может быть некорректно отвечать. Субъективно. Но раз вы меня спросили, мое субъективное мнение на сегодняшний день, что Петр Порошенко. А, хорошо, спрошу еще вот такой вопрос вам задам. А, если Роман Насиров становится президентом Украины, понятно, что самая главная проблема Украины – это Владимир Путин. По крайней мере, самая главная внешняя проблема Украины. Потому что внутренняя наверняка, да, это коррупция, о которой мы с вами говорили в первой части программы. Так вот, смотрите, вы дзюдоист, он дзюдоист. Вы бы хотели его пригласить на ковер и побороться с ним? И если да, то кто бы победил? Вот как вы думаете? Теоретически давайте представим. Ну, смотрите, первое. С Владимиром Путиным проблему, которая существует на сегодняшний день, надо решать. Ее надо заканчивать. Невозможно, чтобы продолжалась война, и невозможно то, что этот процесс уже давным-давно затянулся. Не действует ни Минское соглашение, ни Будапештский меморандум. Я вообще вот много раз уже говорил, в первую очередь, возвращаясь к Будапештскому меморандуму, потому что страны гарантировали нам наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Они не соблюдают тот договор, который у нас был. Нам надо или возвращаться и становиться, опять-таки, ядерным государством и защищать себя другим способом, либо нам надо идти и находить, вариант решения. С Владимиром Путиным каким-то образом надо этот вопрос решать. Как минимум решать такие вопросы, чтобы наши моряки не находились сейчас в плену. Опять-таки, это был вот конфликт совсем недавно. Мы находимся в военном положении, о чем не стоит забывать. Ну, это понятно, но решать с ним каким образом? Чтобы Украина оставалась с поражением или Украина оставалась с победой? Какие у нас аргументы, вот, когда вы говорите о переговорах Украина, с ним? И Украина должна оставаться независимой страной. И надо понимать, все-таки, вот, допустим, мы сегодня, как граждане Украины, не проинформированы. Может быть, есть какие-то там, не знаю, требования, пожелания. Может, они адекватные, может, они неадекватные. У Путина? Да. Ну, наверняка, чтобы Украина не состоялась как государство в принципе, чтобы здесь был хаос. Смотрите, может быть. Отъем Крыма и то, что происходит в Донбассе, это показывает. Но мы об этом до конца не знаем. Ну, и я считаю, что сегодня роль государства, роль правительства, вот этим вопросом заниматься в первую очередь. То есть вы бы поехали к нему разговаривать? Смотрите, поехал бы к нему, или опять-таки договорился бы со странами-гарантами Будапештского меморандума, участниками, да, Будапештского меморандума, чтобы те Минские соглашения, про них уже стоит давно забыть, чтобы состоялись такие новые встречи, понимать. А вы бы смогли посадить за стол переговоров Америку, уверен. Великобританию? Путина вместе с Украиной. Уверен, что это можно сделать. Уверен, что каким это можно образом, реализовать. Скажите, какие аргументы есть? Почему это не происходит? Самый простой аргумент. Есть страны, которые подписывали Будапештский меморандум. Они его не выполняют. Этот вопрос надо... Это популярно или непопулярно, его надо поднимать на мировом уровне. Есть законная процедура, что надо делать. Его надо поднимать каждый день. И надо, призывать их, мы не говорим силой, а призывать их к выполнению этого меморандума. Следующий вопрос, если он не действует, нам надо возвращаться и становиться, опять-таки, ядерным государством. Я точно не воинственный человек и не хотел бы об этом когда-либо думать, но тогда нам надо, возвращать все на свои точки и разговаривать хорошо, с другой стороны. На ковер бы вызвали Путина на поединок? С точки зрения дзюдо, на татами? Да. Мы все-таки в разных весовых категориях, но я бы этот вариант предложил. А на кону что бы вы поставили как выигрыш? Что бы вы предложили? Вот был бы хороший вариант, как минимум, для начала сказать, окей, если да, садимся за стол переговоров, реальных переговоров. То есть если вы выигрываете, садитесь за стол переговоров? Ну, как минимум, это честное, хорошее предложение. Я думаю, он и так сядет за стол переговоров. Лучше сказать, тогда что почему... возвращайте Крым. Уходите из Донбасса. И этот вопрос надо поднимать. Хорошо, я у вас спрошу, вот как человек, который 6 лет был редактором программы Савика Шустера, но эта история случилась уже позже, когда я уже ушла и не работала там, да, но тем не менее, вот когда вся эта история произошла, с налоговой историей, с Савиком, которая в итоге... заставила его уехать из Украины и закончила программу, да, здесь.
Там была история, связанная с налоговыми преследованиями, когда ГФС в том числе выставила студии штраф в 13 миллионов гривен, потому что там была якобы неуплата налогов. И ну, сейчас Верховный суд уже постановил, что этот штраф не обоснован, они отменили этот штраф. Тем не менее, результат остается результатом. Савика нет в Украине, ток-шоу нет в Украине, и студии тоже Савика Шустера нет. А он в интервью заявлял, что вы как глава ГФС тогда, что вы имели личную обиду на него, на студию, и почему-то вот таким образом действовали. Расскажите, что на самом деле произошло. Ну, мне вот, так сказать, очень странно это слышать. Я причем не совсем в курсе был, что он такое заявлял. Я его в жизни видел несколько раз. Наверное, там один или два раза принимал участие в передаче. У меня точно нету на него никаких обид. Я, в принципе, вообще такой человек не обидчивый. Дальше. Что касается проверки. Тоже не могу прямо сейчас сказать, там, была ли такая проверка, был ли такой штраф. Но если вы знаете, значит, это было. Знаете, все плательщики налогов равны перед законом. Дальше. Глава ДФС не проводит проверки. Проверки проводят инспекторы региональные. Ну, а вы знали об этой ситуации? Это же номер один дело в стране было. Знаете, оно не Тем было более номер один дело в стране, это точно. К журналисту? Оно, как? Оно, номер один. Я об этом деле знал, но знал позже, когда оно появилось. Я не слежу и не могу знать сейчас, на каком стадии судебное расследование, но я вам могу сказать, что вот таких дел и людей, которые вот как раз, наверное, обижались на меня, очень много. Но намного больше их в среде в другой. В среде, вот, допустим, знаете, как контрабандистов или людей, которые организовывали площадки. Ну, сложно которые... Шустера назвать контрабандистом. Я же не сравниваю Савика Шустера ни в коем случае. Я говорю, среда людей, которые вот очень-очень сильно обижены на меня. А возвращаясь, если были основания, и если, там сказать, инспектора при проверке сделали какие-то доначисления или выписали ППР, были ли они или нет, я вот, знаете, то есть смогу это дело не было у вас на личном контроле? Точно вам могу заявить, что не было, ни в коем случае. Не было ни одного, у нас... так сказать, ни заказного дела, ни дела на личном контроле во времена моей работы. Не, ну это важное дело, поэтому наверняка бы вы там были заинтересованы в том, чтобы оно было честно, скажу, чисто, да, и не повлияло вот на репутацию. Для вас оно важное дело. Мне кажется, для всей страны тогда наследили. Вот как за вашим же делом следит вся страна, вы же не будете отрицать. Это, наверное, ваше ощущение, потому что вы работали, вам оно близко. В реальности, если смотреть, проходят тысячи, десятки тысяч проверок. Те дела, которые в каком-то смысле можно выразиться на контроле, про которые ты знаешь, это, допустим, дела очень часто госкомпаний, там, где, опять-таки, миллиарды гривен до начислений. И в принципе, то есть в принципе надо понимать, это предприятие нас... дальше будет жить или его надо советовать кинематографисту, чтобы его банкротили. У нас 2,5 минуты, поэтому я так коротко хочу. Да? Национальная идея от Романа Насирова, она какая? Украинская национальная идея. Успешная, сильная Украина, благосостояние людей на первом месте и создать те условия, чтобы люди хотели жить и работать в этой стране. Какие у вас отношения с Александром Онищенко? Я с Александром Онищенко познакомился в парламенте, когда я пришел в парламент. Вот у меня даже и до этого там спрашивали. Я думаю, что я Александра Онищенко, так сказать, видел или, можно выразиться, разговаривал с ним, наверное, раз 10 максимум за всю свою жизнь. Это было в парламенте, это пару раз было на каких-то вот таких вот общих встречах. А он вас поздравил с победой? Вот я у вас спрашивала, кто поздравил. Он вас поздравил с победой? Я, наверное, с ним последний раз общался, как раз когда был в парламенте. Нет, когда он был. Не писал он в Фейсбук или куда-то еще? Он не писал в Фейсбук. Вы доверяете украинской судебной системе? У меня есть предостережения. У меня есть конкретные судьи или конкретные дела, которым я могу сказать, я не доверяю. Но, в принципе, я хочу доверять судебной системе. Я хочу успеть еще одну очень интересную, вопрос задать, потому что вы помните фотографию, которая облетела тогда весь интернет, когда вы были в Лукьяновке, то вас фотографировали с людьми, которых называют криминальные авторитеты. И вот замминистра юстиции, который курирует пенитенциарную систему, это Денис Чернышов, он в интервью мне, вот сидя на этом кресле, он рассказал, я процитирую, фотография была сделана не в его камере, не вашей, мы провели расследование, были наказаны дежурные, фотография была сделана в адвокатской комнате, и одних и других
их туда привели. Для чего? Познакомиться, пообщаться. Я у Романа Михайловича спрашивал, все ли в порядке, есть ли какие-то проблемы, давление. Он ответил, что все в порядке. Зачем криминальные авторитеты хотели с ним встретиться? Кто его знает? Например, бывшие руководители ГСЧС уже восстановились в должностях. Может быть, Роман Михайлович тоже восстановится. Можно потом будет приходить. Ну вот как в воду глядел. Смотрите, я не знаю, просто это полгода назад где-то было интервью. Так вот, следующий вопрос. А вам из тех ребят, которые вот колоритные, которые были на фотографии после того, как уже суд постановил о вашем восстановлении, да, в должности, никто из них не звонил, не писал и не пытался тоже напроситься на чай, то, о чем говорит? Я вам отвечу на вопрос. Ну, во-первых, может быть, такую информацию довели до замминистра юстиции Дениса Чернышова, что якобы такая фотография была, я не знаю, либо он так сказал в разрезе интервью. Такой фотографии, ну, в жизни не существует. Это там один из тех фотомонтажей, которые летают по интернету. Да там ладно. Там есть такая вторая фотография, не знаю, если ее видели, я вам ее тоже покажу. Ровно точно такая же фотография, только с другими лицами. Просто Валерий Бунак, вот начальник Лукьянского СИЗО, который уже сейчас не работает, его уволили, а он тогда был, вот когда, да, вы были там, он был начальником. Он в интервью изданию «Гордон» тоже, ну, подтверждал, что фото подлинное. Мне будет интересно, я пообщаюсь, я найду, как пообщаться с Денисом Чернышовым. И вот бывшего начальника я не знаю, как найти, наверное. Но я могу вам контакты дать. Будет очень интересно. Мне самому будет интересно очень узнать. Одного из людей на той фотографии, как сказать, я видел. Двух других я, ну, не уверен, что знаю. Время надо заканчивать. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое. Дорогие друзья, интервью с Романом Насировым читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера.